Уже сейчас оценки новой русской звезды выше, чем у Медведевой и Загитовой, взявших серебро и золото на Олимпиаде в Корее. Фигуристка Александра Трусова на чемпионате мира среди юниоров чисто исполнила 2 четверных прыжка. А это сенсация в мире фигурного катания. За техническую составляющую в произвольной программе Александра Трусова получила лучший результат в истории произвольной программы – 92,35 балла. Это мировой рекорд. Сегодня она тренируется в Москве, а начиналась спортивная карьера девушки в Рязани. Она очень смелая девочка. Она смелая, она не боится прыгать. Она хочет и не боится. Это очень важно. Она не просто вот выпрыгивает, она обдумывает это. И как это не просто прыгнуть, но и приземлиться, и сделать это на результат. Поэтому у нее получается. Она всегда отличалась хорошими прыжками. По словам российского тренера Татьяны Тарасовой, то, что сделала Трусова, никто в мире не повторит еще лет 10. К этим прыжкам фигуристка готовилась долго и уже не раз выполняла их на тренировках. Уникальность в том, что на самом деле в последний олимпийский цикл фигурное катание просто шло семимильными шагами вперед. Четверные прыжки уже даже не редкость. Мужчины выполняют все четверные прыжки, все, какие есть в фигурном катании, кроме там акселя, который будет уже в 4,5 оборота, реально. А девушки на самом деле еще никто не исполнял четверные прыжки. Может быть, кто-то на тренировках, где-то еще. Потому что у Саши тоже они получались на тренировке. Я видела неоднократно в Ютубе, она выкладывала. Но на соревнованиях, к сожалению, еще не получалось. Александра Трусова тренируется у Этери Тутберидзе, среди воспитанников которой Юлия Лепницкая, Евгения Медведева и Алина Загитова. Так что вполне возможно, что в ближайшем будущем на олимпийском льду в борьбе за золото мы увидим и спортсменку из Рязани. Алена Кукулева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».